Сломалась шея. Узлом завязалась. Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Evolution, и наш второй динозавр, это процератозавр. Елеразавра, ребятки, я тоже уже разблокировал, увидим его в следующей серии, да, а по поводу процератозавра, короче, процератозавр у нас есть в Jurassic World The Game и в Jurassic World Alive, ребятки, и вот, в общем-то, я делал серию по прокачке, вот у нас, кто не смотрел видео, заходим на канал, ищем видео процератозавр прокачка, там, в общем-то, идет у меня видосик, именно рассказ про процератозавра, то есть информация. Повторять не буду, в общем-то все можете найти там, довольно длинная и обширная, в общем-то, рассказ у меня там получился, так что переходим и смотрим, ребятки. Так, у нас, ребятки, какой план действий на сегодня? В общем-то, смотрим сейчас все раскраски, а потом смотрим сражение процератозавра там, с Дилосом, с велоцираптором Тродоном, например, и с хищничками, и с травоядными там. Мелкий, средний, рогатый. Вот такие, короче, у нас планы. Давайте, погнали. Так, это у нас обычная раскраска. Такой себе мелкий, хищный, струтомим какой-то, короче. Это... Ух ты, раскраска базовый. Так, ну тут у нас акроканты бегают, но я думаю, они, в принципе, для нас не проблема. Давайте мы сделаем что? Ландшафтик, давайте немножко лужицу здесь поставим. Эти два прибежали, чем его жрать прибежали. Может быть и такое. Ладно, идем дальше. Ух ты, открывается одна половинка ворот. Прикольно, когда мелочь какая-то вылазит. Так. Древний хищник. Махонький тиранозавр будущий. В общем-то, да, акроканты сожрали всех крохородонтозавров. Так, вот там он бегает. Так, идем дальше. Так, это наши противники. Да, вот наши противники. Дилофозавр, дейноних, велоцираптор, тродон. Здесь у нас травоядные. Струтомим, Эдмонд, Палакант, Трицератопс. В общем-то, так что все у нас по плану. Идем дальше. Так, тут у нас есть какой-то синий, есть красный. Красный вообще зачетный, дьявольский какой-то. Как Хеллбой будет у нас. Это что у нас за вид с капота, с бампера? Ух ты, прикольно. Это как так получилось? А эти все сюда прибежали, услышали свежее мясо. Слушайте, идите бродите там. Так. Идем дальше. Так. А ну, какого ты сейчас, солнышко, развернись. Какого ты цвета? Красный, по-моему, какой-то. Да, о, вот это прикольный такой. Такой дьяволенок. Режим съемочки. Ой, вот что это, куда это я? О, вообще красавчик! Просто супер-пупер. Молодчинка такой. Ту-т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 у. Такой вот у нас парнишка. Так, эти между собой сейчас будут сражаться. Кстати, две самые красивые раскраски остались. Остались живыми. Ладно, режим съемки, до свидания. У нас еще есть парочка. Красненький, в общем-то, наверное, больше всех понравился красненький, хотя у нас вот есть еще и синенький такой, вполне себе зачетный. Ну, не синенький, а такой разноцветненький. Парк доставлен. Процератозавр. Ну, зачетный такой-то, фиолетовенький немножко. Что, страшно? Страшно идти пить? Ну, тут такие гиганты бродят. Конечно, страшно.
Так, и последний. Так, это у нас какой? Бесплодных земель этот у нас парнишка. Так, этот ясный тип. Так, а как у нас красненький? Какого типа у нас был красненький? Куда-то разбрелись тут, видите ли. Так, это такой у нас голубизной парень. Так, тут их попробуй отлови. Вот, красный. Это тип степей, ребятки. Прикольно. И акрокантики. Так, ну что. Теперь у нас задача какая? Теперь будем их выпускать на битвы. Выпускаем Дилоса. Ну, в общем-то, Процерат должен проиграть, в принципе, всем этим хищникам. Ну, разве что кроме Троодона. Ну, и то у Троодона же имеет отравление. И, как бы, я думаю... В итоге и Троодон он проиграет, он, наверное, будет самым... Ай, какой красивый! Ай, какой красивый! Дилос, так, что у нас тут? 47 на 15. Вот, тут, вот, о, они тут сразу и начали тыриться. Ну, пока довольно ровно. Какие они шустрые. Так, кто атакует, тот и побеждает. Хотя, не, хотя нет. Да сейчас, наверное, еще разойдутся. Не, не, давайте, будьте агрессивными. Так. Ну вот, все, хана, короче. А, прикольно. Загрыз. Ну, это было ожидаемо. Ух ты, какие-то раны у нас. Так, ну мы теперь что делаем? То есть от этого парня вывозим. В принципе, в режиме песочницы хорошо было, если бы не добавили режим просто его взять, умертвить. Кнопку. Удалить как-то там. Так, я теперь давайте выпускаю следующего. Процерата. И выпускаю следующего хищничка. Пусть будет Дейноних. Вот такой вот у нас тут Дейноних. Красивый какой, смотрите. И вот такой вот процерат. Но он тоже, по идее, должен проиграть, как вы понимаете. Ну, по габаритам, ну, если он-то такой длинный, да, но худой получается. Музычка прикольная. Как кенгуру, вообще на кенгуру похож. На какого-то тощего кенгуру. Ну, в принципе, да, он же, по идее, вообще-то довольно глупым должен быть. У него шея сломалась. Сломалась шея. А, узлом завязалась. Дейноних, ты что сделал? Он что, проклятие какое-то наложил? Это не Дейноних, это дьявол какой-то. О, раздуплился. Забираю актив. Так, 36 на 44. То есть, ну, он не сильно уступает, но стабильно уступает. Как мы помним, у нас по характеристике... Блин, у него с шеей просто беда какая-то происходит. Это когда я... А, нет, это когда он голову опускает вниз, у него такая беда.
Так, этот лег поспать, что, с ума сошел? На тебя сейчас тут зомби. Зомби нападет. А как ты будешь драться? Слушай, он вообще сможет с такой вот шейкой-то драться? Так, ну у тебя шея покрепче, не сломаешься. А ну, давайте посмотрим. Не побрезует ли он вот, это, вот этой дохлятиной? О. Короче, адреналин привел его в чувство. Шея у него встала на место. Ам-нам-нам. Опять шея сломалась. 28. 28 на 28? А, 13. 13 таки. Блин, он уже, смотрите, отхилялся. Процерат этот отхилялся. Он какой-то заколдованный. Ну давайте разберитесь уже в конце концов. 31 на 34. Блин, он еще он отхилялся больше. Может еще и победить. Это будет чудо. Да и на них. Ты же самый умный. Ну, ладно, не самый умный. Ну, из них точно умнее. Тарадон должен быть поумнее, конечно. А, победил! Это караул. Ну это так, это волшебство. 42 на 13 у него было. А у этого парня 41. То есть он, ну да, более равный, скажем так. Но тем не менее он проиграл. Так, выпускаем велоцираптора. Но этот порвет точно. Кто здесь? Здесь гладиаторские бои, ребята. Так, ну здесь 60 на 16, но тут без вариантов, да? Там сколько? 42 на 11 против 42 на 16, конечно же. Ну, красивая раскраска. Заруба идет жесткая. Ну, конечно, дерутся они с... очень агрессивно. Так, ну что, тайм-аут? Нет, раптор, короче, безоговорочно, да, напетлял сколько, да он даже полжизни не потерял. Так, ну и последний хищничек у нас это Траадон. 40 на 9, кстати, он, возможно, и проиграет. Но тот зомби, конечно, сделал фурор все-таки, да и Нонник должен был побеждать. Так, ну что, давай. Самый последний этот драмезаврик, да, один из последних самых умных, и против одного из самых первых, самых древних тиранозавров. Ну, посмотрим. Так, ну эти же гады еще отравлен, травят. Побеждает. А он вообще там урон получает сам хоть?
53 на 37. 30 на 37. Ух ты, процерат вырвался вперед. И у этого шея сломалась. Ну, мы знаем, что раз у него сломалась шея, значит, он точно сможет победить. Ну, если не умрет от скуки. Он еще и храпит. Забавно. А, он умирает. Вот в чем дело. Отравлен. Ну, тогда тут все, ребятки. Тут без вариантов. Так, ну а теперь давайте перейдем к нашим жертвам. Первый будет Струтомимчик. Вот такой красивый. Посмотрим, сможет ли он слиться с окружающей средой, чтобы его не заметили. Большие глаза. Струтиамин. Красивенький страус. Вот, смотрите, как красуется перед нами. Вот, смотрите, руки в боки, вот, смотрите, а там на заднем фоне, смотрите, кто уже бежит. А кто уже бежит? А кто сейчас, кого сейчас съедят? Смотрите, смотрите, крадется, крадется, крадется. Ну так, как бы он... Не очень, да, вроде только прыгнул, а тут уже умер, даже за шею не ухватил. Ладно, повышаем ставки. Эдмонд. Ну, Эдмонд, пара зауралов, как бы, и вот, вот с этой оперы. В принципе, так, а более крупный хищник его может сожрать, по идее. Такая махина здоровая, Эдмонд. И вот эта мелочь его может загрызть. Это нереально. То есть таких надо десяток, чтобы загрызть такого крупного травоядного, как Эдмонд. О! Во-во-во-во-во! О, вот это он вроде грыз и за шею. Завалил его. Молодец. Необходимо забрать актив. Так, ну а вы будете разбираться между собой? Ну, конечно, шансов у такого вообще-то реально не было бы. Так, ну давайте еще выпускаем. Травоядных. Трицератопс. Дракорекс. Ну, мне кажется, броник вообще, будет ли он броника атаковать, вряд ли. Да, ты можешь спокойно себе лечь поспать. У него даже не хватит толщины. И у него нет такого когтя, как у велоцираптора, чтобы даже там мягкое брюхо попытаться прорвать. Так, ну тебя съедят, это по-любому и довольно быстро. Во, по-моему, это уже по его душу бежит. Дамы и господа, рады сообщить, что парк доставлен. Трицератопс. Нет? Так, во, точно. Сейчас кому-то будет хана. Так, готов. Выдвигаюсь на сбор актива. Ну, вот этих ребят, они, по-моему, в принципе, не должны атаковать. Что происходит? Улетело. Вот, как бы. Но они порычаться и разбежаться. Да,
То есть драки не будет. Ладно, тогда что делаем? Давайте выпустим Барионикса. А здесь выпустим Паразавра. Хотелось бы, чтобы Барионикс съел кого-то из Процератозавра, увидеть эту анимацию. Если он выживет, конечно. Так, я давайте, наверное, вертолета вызову. Пусть он вот этих ребят усыпит. Если успеет. А то они могут Барионикса там его завалить. Блин, он такой мелковат, конечно, против Палаканта даже. А вот Паразавр Лоф, а вот этот может съесть. Нет, он сейчас не на атаку. Ам-нам-нам. А какой у нас там был в моей драке, был в одном из видео по сражениям? Там был какой-то вот такой вот мелкий надозавр, что ли. И вот он, короче, многих хищников убил на самом деле. Утопил Паразавра. Так, ну, в общем-то, с этими разобрались. То есть осталось заставить их драться как-то. По-серьезному. Так, ребятки, ну, в общем-то, не будет, короче, драки, да, не будут они между собой сражаться, они разок только подбежали, вот это, друг на друга сбежались. Так что, в общем-то, на этом тогда мы серию заканчиваем, но мы еще потом их, в принципе, вернемся к ним немножко в прокачанном режиме, может, их там столкнем с теми же, там, Траодоном или Раптором или Дилосом. Ну, посмотрим, какой он на максимальном уровне процерат, но это будет как-нибудь уже в других сериях. Всем пока, ребята.